Всем привет! Вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет! Сегодня посмотрим видео на канале Brain Maps. Побег из тюрьмы. Давайте посмотрим. Отстань от меня! Приди в себя, идиот! Разве не видно, что я не хочу тебя убить? Я вспомнил. Талия Левина. Наконец-то! Когда он в тюрьму попал, ботаник. Помогите! Она хочет меня убить! Кто-нибудь, помогите! Подожди-ка. Оливия, что с тобой? Ничего. Обещай, что выслушаешь меня. Обещаю. Обещаю. Зашибись. Короче, нам нужно сваливать отсюда. Ты хочешь домой? Конечно. Отлично. У меня есть план. Наконец-то утро. Сейчас попью чайку, залипаю за компом, посплю. Отличный план. Как же классно, когда с самого утра никто не орёт и не дерётся. Никого нету. Тишина, спокойствие. Всех посадили. Тигра! Собака-то рыжая! Интересно, а есть тюрьма для котов? Хотя его еще и поймать непросто. Все просто. Тюрьма для котов есть, да. Нет. Короче, там мужик себе татуировку сделал на все тело с планом тюрьмы. И... в общем, смотри. Я не терял прямо зря. Чё? Выход? Если вкратце, вот мы бежим к выходу. Ты уверена, что... А теперь к деталям. Каждый день ровно в 8 утра открывается дверь камеры и нас выводят на прогулку. Но-но. Оливия, пойдем гулять. А что, чипсы закончились? Нет, просто... Тогда отвали от меня! Как же все-таки классно одному. О, пойду постримлю. Отстань, ботан, у меня стрим. Ну, Брайан, если я не сделаю реферат, то не смогу устроиться на работу. А, он сам с собой. Да, обычно всегда... Если я не запущу стрим и донаты, то мы завтра же умрем скучно от голода. Скучно очень. Как же хорошо все-таки одному. Как хорошо, что нас двое. Мы все успеем подготовить и завтра уже свалим отсюда нафиг. Оливия, ты-то в тюрьме уже подольше? Я хотел спросить, а где здесь два стула? Ну, на одном пики точёные, а на другом... А-а-а! Ну, с пиками я не видела, а второй... Да я шучу, дурак! Ну ты... Эх, ботан, как мне тебя не хватало. Не над кем было издеваться. Здравствуйте, мы звонили вам. А вы же комнату сдаете для парня и девушки? Комнату сдает? Нифига себе. Да. Я Сильвия, а это Гашан, мой парень. Что-то слишком похоже на ботана. Да Сильвия и Гашан. Ну, заходите. Я вообще сдавать не планировал, просто у меня друзья уехали надолго, а одному скучно жить. Ну, проходите. Какая милая квартирка. Это наш с Сильвией первый общий райский уголок. Да, любимый. Вам сколько сахара? А без сахара пиво. А, ну да, вы же и так сладкие. Что? Да ничего. Короче, я спать, спокойной ночи, сами разберетесь и посуду не забудьте помыть. Конечно, помоем. Фу. Ой, любимая, ты испачкалась? Я сейчас вытру. Не стоит, любимый, я сама. Отдыхай. Это их последняя ночь здесь. Что ты говоришь? Говорю, это последняя наша ночь здесь. Все, спи! Кирса, где снимали? Эй, на выход! Прогулка! Да? Да что это за тюрьма у вас такая? Я больше не намерен здесь сидеть! Здесь даже библиотеки нет! Да, это нарушение прав человека! Вы смотрели, что уже не смотрели? Там даже библиотека была! Я... Да ладно, я уже все.
Черт. Ой. Фу, чем воняет? Ой, доброе утро. Завтрак готов. Я брокколи отварила. Мы с Гошаном за здоровое питание. Никаких чипсов и прочей ерунды. Ну все, пошли вон из моего дома. Ну все, ботан, валим домой. Разве за убийство больше срока не дадут? Я же его даже не поцарапала ей. Mm. Если бы он не подскользнулся, план бы провалился. Да она острая, знаешь какая? Я на себе пробовала. А, он подскользнулся? Что за бред? Что это? Что происходит? Оливия! Черт, бежим! Стоять! Я обратно туда не пойду! Зря вы так. Мы такие милые, с нами очень комфортно жить. Да, а еще... Фак! Ботан, давай по лестнице, так быстрее будет. Да, давай. Быстрее. Что-то там не сильно на тюрьму похоже. Любимый, я вызвала лифт. А я только что об этом подумала. Обожаю тебя. Всего один охранник был. Я же сказал, валите отсюда. Эй, открывай рот. Закрывай дверь, больше никого не впускай. Я обратно не вернусь. Потом. Вот. Это как? Жесть. Наконец-то. Полиция уехала. Может, у них переаттестация какая-нибудь? Ты уродец! Ни хрена в мою комнату заходила! Да, Оливия! Ты задолбала! Мы же только вернулись из тюрьмы! Сегодня была совершена попытка побега из городской тюрьмы, но преступники были оперативно доставлены обратно. Им грозит наказание в виде пожизненного заключения. Это все потому, что мы целуемся в метро на эскалаторах, и у нас... Общая страничка в соцсетях. А я даже и рада. С милым рай и в шалаше. Эй, помягче. Чё? Посадили других? Жесть. Эй, если тебе понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал. А если ты не понимаешь, что происходит, то смотри прошлое видео. Может, тогда поймешь, тупица. Но мне пора залечь на дно. Пока. Вот это скетч. Просто жесть. Как будто фильм посмотрел. Такое вот колометражка. Да. В принципе, офигенный скетч, вообще офигенный. 160 тысяч лайков, вообще херенный. Думаю, не зря стоят столько лайков. А что думаете вы? Понравился вам побег из тюрьмы такой или нет? Напишите ниже в комментариях под видео. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.